Меня зовут Настя Олейник, и сегодня я приготовила для вас небольшой кусок, который мы вместе выучим. И помогут мне две мои ученицы, Эвелина и Василина. Так что, поехали! Doch nix. Braca van Balmain. Braca van Balmain. Braca van Balmain. Hey, 100 flessen, dat is veel gezeik. Итак, первое движение. Берем правый кулак и бьем по правому бедру. Раз. Переходим на другое бедро и два. Отлично. А теперь быстрее. И. А раз. Два. Дальше. Мы делаем оттяжку вперед. Три. И затем назад. 4. Хорошо. Соединим все движения. 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4. Хорошо. И еще быстрее. 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4. Отлично. Дальше. Мы делаем спрыжку на две ноги и делаем ногу вперед. И раз. Хорошо. И соединим все с самого начала. 5. 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Молодцы. Дальше у нас идет точка И. Хорошо. Дальше мы садимся в плие. И раз. Ручки выходят вперед. И мы медленно бросаем. И тянем, тянем, тянем. Вперед. 2. Хорошо. Соединим эти два движения быстрее. 5. 6, 7, и раз, и два. Хорошо. Дальше. Мы вырастаем. И вспышка. 4. Хорошо. Соединяем быстрее. 5, 6, 7, и раз, два, три, и 4. Молодцы. А теперь с самого начала. 5, 6, 7, 8. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, и. А раз, и. 2, и. 3, и. 4. Хорошо, поехали дальше. У нас все движение 5. Коленки смотрят друг на друга. И потом мы открываем 6. И делаем волну. 7. Выросли. 8. Еще раз. Мы ушли вниз. И делаем. И. А раз. Два. Три. Волна. 4. Дальше мы делаем сброс и волну вперед. 5. 6. Хорошо. Соединим чуть быстрее. 5. 6. 7. И. Раз. Два. Три. И. 4. 5. 6, 7, 8. А раз, два. Поехали дальше. 3 и 4. Попробуем это движение чуть быстрее. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. И еще быстрее. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. Хорошо. Соединим сначала. 5, 6, 7. И. Раз. И. Два. Три. И. 4. 5, 6, 7, 8. А раз. Два. Три. И. 4. И еще раз. Самого-самого начала. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, и. А раз, и, два, и, три, и 4. 5, 6, 7, 8. А раз, два, три, и 4. Молодцы. Переходим дальше. 5,
6, 7, 8. Мы закончили. Раз, два, три. Дальше. Правая ножка у нас шагает в сторону. Раз. Руки соединяем вместе и делаем наклон. И назад. Выросли. Два. Попробуем чуть-чуть быстрее. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, два. Хорошо. Следующее движение. Мы вырастаем на и. Поехали. И раз. И два. И три. Делаем натяжку назад. И собрали. Четыре. Чуть-чуть быстрее. Пять. Шесть. Семь. И раз. И два. И три. И четыре. Дальше мы шагаем. Правая нога назад, и мы делаем волну. Пять. И в другую сторону. Шесть. Выходим вперед. Семь. Собираем руки в кулак. И вперед обратно. Восемь. Чуть-чуть быстрее. Пять. Шесть. Семь. И раз. И два. И три. И четыре. Пять, шесть, семь и восемь. Дальше. Выходит правая ручка вперед. Раз. И левая. Два. И уходим вниз. Три, четыре. Хорошо. Еще раз. Быстро. Пять, шесть, семь, восемь. И раз. И два. И три. И четыре. Пять и шесть и семь и восемь. Раз, два, три, четыре. Молодцы. А теперь вспомним все с самого начала. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть и раз и два и три и четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три и четыре. Пять, шесть, семь. И раз, и два, и три, и четыре. Пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три. Вот и подошел к концу наш первый видеоурок. Мы сегодня выучили с вами хореографию в стиле джаз-фанк. Мы все большие молодцы, давайте похлопаем себе. Мне помогали две мои ученицы, Эвелина и Василина. Давайте пять. Думаю, мы справились, правда, девочки? Да! Отлично! Так что, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, танцуйте, развивайтесь, вдохновляйтесь. И, конечно, до встречи на тренировках! Мод фо гоу ту нет Патриша Пай. Это еще фрауча, все тут физ бе мэй. Я хар не хар.